Тахини – это паста из перетертых семян кунжута. Она богата кальцием. Предлагаю приготовить смузи с тахини. Получается легкий и полезный вариант для завтрака. Смузи по консистенции густой и кремовый. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить смузи с тахини. Вместо вишни можно взять черную смородину. Вместо льняных семечек можно добавить семена чиа. Банан – 1 штука. Финики – 2-3 штук. Вишня замороженная – 50 грамм. Кунжутная паста тахини – 1 столовая ложка. Молоко – 3/4 столовой екана. Какао-порошок – 1 столовая ложка. Корица – 1/2 чайных ложки. Льняные семечки – 1-2 столовые ложек. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. Банан очистите и уберите в морозилку на ночь. Перед тем, как приготовить смузи, нарежьте его кружочками. Финики замочите в теплой воде на 5-10 минут. Затем удалите косточку. Льняные семечки измельчите в кофемолке. Все ингредиенты измельчите в блендере до однородной консистенции. Смузи с тахини готов, приятного вам аппетита!